Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, так сказать, тройной обзор на мини-фигурку Асоки с танка. Как он правильно называется, блин? Танк 2019 года, танк АД. Да, АД. Я извиняюсь, бронированный танк дроидов. Фигурка, давайте возьмем вот эту. Фигурка выполнена по 7-му сезону Войны клонов. Такая, еще такая фигурка встречалась в наборе Дуэльного Мандалория. Обзор есть у меня на канале. Вот Асока. Отростки ее. Как волосы. Вот ее лицо улыбчивое. Принц сзади. Принц впереди. Принт на ногах, по бокам нет принтов, сзади тоже нет. Так, вот Асока, и вот уже яростная Асока. Вот она уже Асока в ярости. Вот в сравнении с доброй Асокой. Хорошая фигурка, мне очень нравится. Рад, что у меня целых три. Еще в коллекции одна стоит. Это получается целых 4 таких Асоки. Вот такие вот пирожочки. Так, ну по обзору на Асоку это все. Фигурка, кстати, недорогая, где-то рублей 300-350 стоит. Если захотите вот отдельно приобрести, то можете где-нибудь купить. Фигурка того стоит. Ну, в общем, все, по обзору это все. Подписывайтесь на ТикТок, на Инстаграм. На Инстаграм у меня много каналов. Dart Delivery Store. Потом еще Team Олега. Мой Инстаграм основной. Подписывайтесь на наш магазин ВКонтакте. ТикТок. Телеграм-группа. Также есть группа в Телеграме у нас у магазина. Ну, всем удачи, всем пока, и все будет у вас ништяк.